не подтянулось, а? Замбо не подъехало. Ну что, буду тренироваться, учиться, теперь еще и заливщиком буду. Ну а почему нет? Не только же, как говорится, начинающим тренером, но и начинающим замбонистом, начинающим заливщиком льда. Тоже, в общем-то, неплохо. Надо уметь в этой жизни делать все. Поэтому я не стесняюсь браться за новые рекорды и браться за новую работу. Дорогие друзья, посмотрите, какая красотка пришла. Замбони новенькая. Ой, красота, красота. А посмотрите, что творится там. Посмотрите. Разметочку делаю. Да. Опа. Мы еще не положили резину, но уже делают разметку. Так, я сниму сейчас. О, International Figure Skating Academy of School Angels of Plushenko. И что я хочу вам сказать, дорогие друзья? Нет, мы не знаем, что ты хочешь нам хочу сказать. Я вам хочу сказать, что уникальные условия мы готовим, а особенно для детей, для спортсменов иногородних, и для москвичей, и для Московской области. На нашей территории можно тренироваться и жить. То есть можно показывать вдвойне лучший результат. Не надо будет никуда ездить, на метро, тратить время. Можно будет тренироваться, буквально 30 секунд перешли и живем. Хороших условиях, уникальных. Так, еще не постелили резину. Так что, друзья. Резина, еще много работы. Еще много работы, на самом деле. Но мы уже близко и уже видим свет в конце тоннеля. Но сегодня Евгений решил не кататься, а начать обучение на заливщика. Да, да, неплохо, почему нет? Это если кто-то из заливщиков заболеет, то да, ты можешь заменить. Я всегда готов. Да, хорошо. Окей.